Уральская усадьба представляет. Теплица арочная. Ширина 3 метра, длина 6 метров. Теплица сделана из профильной трубы 30 на 30, оцинкованная. Установлена на брус 100 на 150. Поликарбонат 4 мм, 0,72 плотность. По торцам у теплицы установлены разрезные дверь-форточки. Можно в таком положении. Есть крючок-фиксатор. С того торца точно так же. Каркас, как уже сказано, из трубы 30 на 30 собран с помощью косынки-саморезы. Также в теплице установлены две боковые фрамуги. Диагональное расположение для лучшего проветривания. Фрамуги оснащены цепочками-ограничителями. И рычаг-фиксатор на два положения. Вот так это снаружи выглядит.